Достижения науки и техники создания всемирной сети интернет позволили преступности выйти на новый уровень и захватить все интернет-пространство. Теперь преступнику не нужен прямой контакт с жертвой, он может стать угрозой для каждого человека, который пользуется любым гаджетом, будь то телефон или компьютер. В Брестской области, как и во всей республике, в нынешнем году отмечен рост числа киберпреступлений. С начала года в регионе зафиксировано 589 преступлений, связанных с использованием компьютерных технологий. Это на 30% больше, чем за тот же прошлогодний период. В последнее время отмечен рост преступлений, совершаемых посредством сети Instagram. Данная социальная сеть стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но вместе с тем, вместе с популярностью возникает угроза мошенничества. Для того, чтобы предостеречь граждан, правоохранители Управления внутренних дел Брестского облсполкома, в том числе Управление по противодействию киберпреступности, активно проводят профилактические мероприятия, разговаривают с гражданами, а также раздают профилактические листовки. В этот раз акция проводилась в оживленных местах на улице Советской и в одном из гипермаркетов города Бреста. Вы, наверное, слышали, что сейчас очень много граждан обманывают, мошенники, в особенности в социальных сетях. Поэтому мы вам хотим напомнить о правилах безопасного поведения в интернете. Если что, вы же, наверное, совершаете это покупки в Инстаграме, обращайте внимание на странички, отзывы, старайтесь заказывать, если какие-то будете заказывать товары в интернете, то только с наложенным платежом. Не перечисляйте денежные средства на банковские карты незнакомые, в частности, денежные средства на банковские карты иностранных банков тоже. Ну и, конечно же, не вводите реквизиты своих банковских карт, не сообщайте никому свои паспортные данные. Гражданам нужно помнить, что в любых ситуациях, проводя какие-либо действия со своими денежными средствами в интернете, переходя по незнакомым ссылкам, отвечая на незнакомые звонки в мессенджерах, нужно соблюдать повышенную осторожность, не быть излишне доверчивыми, не вести диалог с незнакомыми людьми, а в случае уже произошедшего правонарушения первым делом обратиться за помощью в милицию. Если мне звонят и говорят, что, допустим, с моей карты идет списание на другую карту, ну вот как было, то, ну, конечно, такого быть не может, потому что данные никогда никому не даю. И если, ну, начнем с того, что там небольшие суммы денег, наверное, так. Если мне надо, я могу позвонить сама в банк. Даже если приходят смски какие-то с каких-то номеров, я никогда их не открываю. Если мне надо, я звоню в свой банк и говорю, что вот мне пришла там смска такая-то, такая-то. Допустим, бывает такое. Они говорят, да, вам надо подъехать в банк. Звонили, представились милиции в мессенджерах. Мы предупреждены, как бы уже все на слуху, что не надо им отвечать, не надо провоцировать их. Если одни предупреждены и знают, как себя вести в таких ситуациях, то другие все так же попадаются на уловки мошенников, берут кредиты, а потом за секунду в силу своей доверчивости лишаются этих денег. Мы уже узнали об этом вечером. Утром все началось у свекрови. Оказывается, ей позвонили, представились сотрудниками банка и попросили помочь найти мошенников. И вот она думала, что она помогает, а на самом деле она приехала в банк, сама лично поставила роспись, взяла кредит, там сколько было, 14 тысяч белорусских рублей. Пошла их, чтобы снять, обналичить, я так понимаю, и денег уже не было. Если вам позвонили из банка или другой неизвестный контакт, и вас что-то смутило в общении и просьбе, перестрахуйтесь и лучше всего обратитесь в милицию, а не предпринимайте какие-либо действия самостоятельно.